Однажды собрались жулики и прохвосты и отчаянным усилием захватили власть в целой стране. Захватили, но поняли, что они ее не удержат, потому что народ все равно не поймет, несмотря на то, что народ они истребляют, зверски убивают, пытают и держат в ужасе. И они продались Западу, другим богачам еще большим, в обмен на защиту, на поддержку. И те обещали эту поддержку, вдобавок они стали одаривать богачей здешних разными своими подарками. Однако пришло время, и богачи из-за границы пожелали большего, и большего, еще большего, так, что богачи здешние вынуждены были начать продавать родину по кускам, один кусочек за другим, один кусочек за другим, но народу рассказать об этом боялись. Вот. А потом пришло время, когда заграничные богачи сказали: ну что, пришло время расплачиваться, отдавайте нашу землю, убирайте оттуда своих никчемышей, свое отребье, свой двуногий биомусор, убирайте их оттуда. И стали богачи здешние чесать репушки, что же им делать, как им быть. А один из них особенно люто ненавидел народ, и поэтому предложил долгий план. Мало того, чтобы выморить, еще и загадить. Так у нас все и повелось. А мы глупые и сиволапые, ничего не замечаем. Плывем себе, плывем. После экспозиции в Троице-Сергиевой лавре икону Андрея Рублева «Троица» вернули обратно в Третьяковскую галерею, и там заявили, что ее больше выставлять не будут, поскольку после выставления в Троице-Сергиевой лавре и посещения там этого патриарха и так далее, 61 существенное изменение получила икона. То есть она начала шелушиться в различных местах. Между тем, как министр иностранных дел Польши Збигнев Рив заявил, что в случае нанесения ядерного удара по Украине НАТО может весьма вероятно, с большой долей вероятности, зайти на территорию этой страны. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный. И добро пожаловать на Патриаршие пруды Москвы. Место, пользующееся своеобразной такой славой благодаря писателю Михаилу Афанасьевичу Булгакову, который здесь жил совсем неподалеку, вот буквально вот несколько домов отсюда, и здесь же базировалась его квартира номер 50, нехорошая квартира и так далее. А сейчас здесь вовсю нарезает круги полиция, дорогие друзья, и это на самом деле странно и, мягко говоря, неприятно. И так вот этот город становится все больше и больше похож на осажденную крепость, скажем так. Вот, впрочем, крепость. Идет охота на мужиков. Мужики, на нас с вами идет охота. Нас с вами будут отправлять и отправляют неизвестно куда, на неизвестно какую там это упреждающую спецоперацию. Впрочем, что уж тут говорить, дорогие мои друзья, спецоперация удалась им на славу, и не раз они все говорили о применении ядерного оружия. Господи, за что же они нас так ненавидят? За что они нас так ненавидят? Создатели вот этого жутковатого адового плана развязывания Третьей мировой войны. Оглянитесь, друзья, они непременно нанесут ядерный удар по сердцу
Руси, по сердцу русского мира, потому что именно в Киевской Руси и зародился славянский мир, тот самый чистый, искренний, истинный русский мир, а не то, что за него выдают под аббревиатурами разными жуткими. Вот так. А теперь они возьмут и сделают то, о чем говорят, потому что, ну, что тут говорить? Это рефлексия, психологический закон. Если они о чем-то настойчиво говорят, значит, они это и собираются сотворить. Вот. И тем более Дмитрий Медведев тут давеча говорил, что НАТО ни в коем случае не сделает ответку, если по Украине будет нанесен ядерный удар. Так что они собираются сделать? Одномоментно удалить несколько сотен тысяч мобилизованных мужиков и в России, в РФ, и в Украине. Одновременно с этим привести в исполнение сатанинский план по созданию голода. Как так? Да очень просто. Смотрите, чернозем, значительно его большая его часть находится... Ой, солнышко отсвечивает, лебеди плавают, хотел показать. Большая его часть этого чернозема находится в Украине. Понимаете? После применения ядерного оружия чернозем сей станет непригоден ни для выращивания пищи, ни для ее потребления. А заодно там похоронить несколько сотен тысяч мужчин-славян. Что ж, страшное дело, друзья. И добавлю, повторюсь, Клептос все больше и больше напоминает градосажденный. Вот. Лебеди купаются, красота, патриарши пруды. Совсем рядом нехорошая квартира. Вот. Что ж, друзья, желаю всем хорошего настроения. Если это возможно, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мой труд. И я обнародовал сей план, знаете, не просто так, потому что обнародованные чары, они имеют свойство разрушаться, ломаться, приходить в негодность. И вот я обнародовал его. Дай боженька, чтобы эти их злые мысли, злые чары не сработали и сгинули, потому что они твердят о применении ядерного оружия постоянно. Вот, что ж, вот какие два красавца-лебеди. Напоследок, друзья, патриарши пруды, Москва. Доброго дня. Да, приходится перебежками по родному Клептосу передвигаться. Берегите ваши жизни, мужики. Дамы, простите, если кого обидел предыдущим роликом, названием про этот сатанин матриархат. Нет, я люблю прекрасных дам.